ты куда? Ну, все, говорит, хватит вам позировать. А девочка нет, девочка умненькая. К трошке не идет. И все-таки она дикая. Не совет, а потом будет лечиться. Что буду? Лечиться будет, я лечить не буду. От того, что чем она болеет, я предупреждаю, она дикая. Я уже болею, я уже лечусь, я вас лечить не буду. Я всегда всех предупреждаю. Хотите трогать? Я предупредила там, не трогайте. Два раза предупредила, сейчас третий раз. Они цистит циркоза, листами. Хотите потом сразу? Как дальше, чем видите. Я на видео записываю. Не удержаться же, не погладит. Ну, ваши проблемы. Мы и так глотаем таблетки целыми днями. Конечно. А других я лечить не буду. Кто меня не слушается. Правда, Александр Борисович? Целовальчик. Да. Только не это девочка. Целовальчик там остался. Нет, тоже сейчас. Нет, это с этими она здесь. Сейчас ведь цапнет лошадь. Что же мне такое? Это порох. Не, у меня такое впечатление, что я чем-то схватил за экран, какое-то пятно. Ну, белое. Конечно, клубникой. Ой-ой-ой. Типа не надо кусаться, она же тебя облизывает. Лошадь себе нашел. Опа, бежит! Это тихо, тихо. Ну, еще чуть-чуть его не догонит. Да я знаю, я же вам говорила про это. Помните? Это кто-то... А, кто вышел-то гулять?